Мамуду Гасама Исмали, который спас мальчика из пожара в Париже, взобравшись на четвертый этаж по стене, станет гражданином Франции, сообщает ВВС в понедельник. 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон принял Мамуду Гасама в Елисейском дворце. Макрон лично поблагодарил Гасама, вручив ему медаль за отвагу. Кроме того, нелегальному мигранту из Африки предложили поступить на службу в пожарную охрану. Мамуду Гасама сказал Макрону: «У меня просто не было времени на раздумье, я ринулся туда, чтобы спасти его». Имеет решетка Мамуду Гасама Тималиан иммигрант Оинтерет Франче Илегалы Ин Септембер Бутнау Айр Ин Франче Афтира Совета Чилд Фром Фалинг Ин Парис. Исчалит решетка Спидерман Ин Франче. pitch.twitter.com/5v1efootball.am Карис. Собака Карис подчеркивание АМ. 27 мая 2018 год 22-летний Мамуду Гасама 26 мая увидел мальчика на балконе во время пожара в квартире. Гасама забрался по перилам других балконов на четвертый этаж и спас малыша.